Прототип нового кроссовера Audi Q8 замечен без камуфляжа. Прототип нового кроссовера Audi Q8 был замечен на дорогах Германии. Готовясь представить свой новый флагман уже в будущем году, компания приступила к завершающему этапу тестирования. Шпионские фото новой модели немецкого бренда в серийном кузове и практически без камуфляжа позволяют рассмотреть новинку и узнать немного больше еще до дебюта. Внешне Q8 похож на одноименный концепт, представленный на Детройтском автошоу 2017 года. Основой для него стала платформа MLB Evo, использованная в Q7. Единственное фото позволяет рассмотреть заднюю часть кроссовера с пологой крышей, накачанными крыльями и небольшими боковыми стеклами. Хорошо видны тонкие задние фары, массивные колеса с 5 спицами и 2 патрубками выхлопной системы. Ожидается, что модель будет оснащаться 2.0-литровым 4-цилиндровым двигателем всемощностью 252 лошадиных сил и 370 Нм крутящего момента, и 3.0-литровым PHEV6 мощностью 333 лошадиных сил и 440 Нм. Возможно, появится и гибридный вариант, а также заряженная версия Q8 Sport. Источник: Motor1. По материалам сайта newsgra.com.